Хайл, бро. 500 грамм мефедрона, кристаллов. Много или мало? Примерно 20 тысяч долларов. Много придется сидеть дней молодым человеком. Выйдут лет через 12-15. Парень и девушка. Я так понимаю, в Гродно сняли мастер-класс. Или это был опыт. В Минске их приняли. Сняли съемную квартиру. Может, ребята и были складом. Или свой магазин хотели открыть и сами раскидывать. Интересно, кто их слил? Может, их сам склад и слил. Заложил и слил, как будто кладменов или будущих барыг. Может, сам склад и пошел на сотрудничество. Сказал, что я вам подгоню пару кладменов. А вы меня типа не трогаете. Скосить срок. Или просто работать с органами. А может, это так отвели следы. Большой опыт, большой вес. Чтоб пропихнуть в Минск или в Беларусь еще больше веса. Но это тайна, загадка и рассуждение, доводы. Моя мысль, если бы мы не торчали, то никто бы не закладывал закладки. Не было бы кладменов, не было бы админов шопов, которым на нас врать. Эх, ради мефа, я когда-то продал стиральную машину, новая кастрюля Цептер, GoPro, профессиональный диктофон, очень много инструмента. Ради мефа, ради инъекций. Не идите в эту сферу работать, 90% сядут и сторчатся. За это время работы, от дня до нескольких месяцев, заработаете практически те же деньги, что и на легальной работе, на двух работы. А так, минус от работы минера, то у вас нету никакого стажа, ни опыта. Только мотать изоленту, закладывать магниты или в земле рыться. Вот ваш есть опыт. Никакой. А если еще раскинуть пару тысяч долларов, то вы успеете заработать. На лет 10 тюрьмы, что вы сядете, то вы заработаете ровным счетом нихуя. Не торчи, бро. Всего хорошего.